Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дудаплей, и мы продолжаем играть Мистер Буллет, и нам нужно убить этого чувака. Стреляем бомбочкой, давай, нет, не получилось. Надо как-то бомбочку эту ему зафинтифлюшить туда, прям до него, но не получается, что же делать? Фигня какая-то. Давайте еще раз попробуем. А ну-ка, Аси, так, на, получай, прям тебе. Есть, готов. Фантастика, $30 мы заработали. Так, следующая игра. Что у нас здесь? Так, у нас здесь платформа гуляющая. Ох, нифига, что-то я маханул прям. Так, давайте немножко здесь. Опа, готово, готово, ребята. 20 баксов мы получили. А дальше, дальше у нас здесь вот чувак сидит. Давайте мы его попробуем. А, нет, не получается, что такое? Слишком я... Нет, тут... Тут либо недострел, либо перестрел. Короче, фигня какая-то. Давай еще раз пробуем. Нет. Нифига, почему? Да ё-моё, давай поменьше туда мощности сделаем. И повыше. Вот так вот. О, есть. Так, освободили мы место. И теперь бросаем бомбочку. На, держи, чувак, бомбочку. 30 баксов, спасибо. Дальше идем. Ух ты, нифига, не замутили. Как же мне сюда попасть? А, нет, видишь, бьется. Бьется, ребята, об угол. А если сюда. Папа, получилось. Я думал, что я не закину. Ой, ё-моё, я не знаю вообще, чего они понапридумывали здесь, какие уровни сложные, а? Так, ладно, давай. Нифига! Нифига! Ладно, сделаем по-другому. Ой-ой-ой-ой, нет. Подожди, в смысле, я его убил? А как я его убил? Что-то я не увидел. Давайте переиграем. Что-то я не понял. Как он взорвался-то? Как он взорвался вообще? Алло, я в него даже не попал. Еще раз. Нет, я хочу попробовать. Как я туда закинул, я не понял. Нифига. Так вот попробуем, тоже нифига. Сюда тоже нет. Сюда тоже нет, ладно. Так. А ладно, скип. А почему я не могу скипнуться? Я же прошел как бы этот уровень. Ну, скип. Фигня. Ладно, подожди. А где... Я не хочу вот эти очеры. Давайте дальше вот в этой миссии играем. Так, это мы стреляем в этого чувака. Есть. Будем стрелять, ребятушки. Будем стрелять с пистолета. О, нет, переиграть надо. Так, получается, да, его по башке стукает. Так, следующие чуваки, давайте я сюда выстрелю. Да, получилось. А почему две пули убежало? А как этих чуваков стрельнуть? А, ладно, сейчас давай попробуем так. Есть, двоих прям, офигеть, 30 баксов. Так, и здесь мы сейчас шлепнем. Есть, один готов, и на ТНТ-ху. Да, взорвалась ТНТ-шка, и чувачки у нас лопнули. Так, этого сейчас. Давай так попробуем. Опа, получилось, да. Убили. Миссия пройдена. Так, следующий у нас что-то такое получается. А, мы его сдавили. Не, давайте переиграем. Два раза стрелим. Есть. Фантастика, 30 баксов. Так, следующий вот этого стреляем в ногу. Он падает, толкает шар. И взрывается ТНТ-шечка. Готово. 30 бакисов. Так, и здесь... А здесь, в принципе, несложно. Опля, я так и думал. Я так и думал, ребята, так сделать. А дальше уровень. Надо как-то, чтобы отрикошетило. В одного. И во второго. Готово. Да вообще, мистер Буллет. Крутой чувак. Фантастика. Ух ты. Это в башню. Падает, и кубик у нас остается на месте. Не получилось. Это надо в ногу стрелять ему. Опля! Да, этого придавит сейчас. Да, придавило. Там только ранение в руку получается. Ну, он все равно остался живой. Ну, здесь легко. Сейчас мы стрелим, и они упадут. Смотри. Опа! Да. Фантастика, 30 баксов. Ну, в принципе, это легкий был уровень. Так, а здесь уже поинтереснее. Нифига, смотри. Опа, как же тебя убить? Почему?
попадает в эту штучку, ладно. Нифига. Тоже нифига. Как тогда? Вот это уровень реально сложный. Так, давайте сюда. Ага. Так, давай еще раз. Нет, проскакивает просто. Просто проскакивает и все тупо. Нифига. А как же тогда? Так, подожди. Так, а если туда стрелять? Нет, смысла нет туда стрелять. Так, ладно. Если мы стреляем сюда. А если сюда? Есть! Готов. Готов. Даже 20 баксов уже хорошо. Так, следующий. Как же мне тебе... Куда же стрелять? Давай попробуем так. Нифига. А так? Тоже. А так? Нет. Он потерял силу. Пулька. Ладно, в эту сторону стреляем. Нифига. Как же тогда? Как же ж тогда тебя убить-то? Алло, чувак. Может быть так? Есть. Давай, падай, падай на ТНТ-ку. Готов. Готово. Следующий уровень у нас. Два чувака нужно как-то убить, чтобы они умерли. Так, в бошку. Нет. Не в бошку, в ногу. Нет, нифига. В плечо тогда? Ладно, не получилось у нас одного раза выстрелить. Дальше. О, Battle City 2 открылось. Так, что это такое у нас здесь? А, кнопочку нажать, и здесь что-то появится, и оно пойдет на этого злодея, бандита. О, готово. Готов. Убили его. Так, следующий. Так, стреляем сюда, и ТНТ-ха взорвется. Это, в принципе, интересно и легко. Но это первый уровень, ребята. Первый уровень легкие будут. Сейчас будет посложнее. Так, стреляем. Итак. Фантастика. Так, следующий. Стреляем в красную кнопку. Взрывается ТНТ-шка и нажимается на кнопку. О, здесь уже поинтересней. А, в принципе, с первого раза мы убили его. Так, стреляем в этот камень, и он сейчас упадет на этого чувака. На, чувак, держись там. О, все, готово. Так, следующие чуваки. Так, а здесь у нас что, препятствие, да? Ну, давай проверим. Нет. Это не препятствие, это как, типа вывески. Так, все, двоих мы убили. Сколько получили? 30 баксов, да? Да, 30 баксов, значит, все правильно. Так, опять-таки. Бросаем, кидаем, стреляем. Так, здесь также стреляем. Давайте сюда в уголочек стрельнем. Есть, нифига себе, какой удар от пули. Так, ТНТ, а если мы ее... Нет, ее не надо сейчас взрывать. Надо вот так вот сделать. И взрываем. Все, готово. А, бедный чувак там. Так, ну-ка. Есть, в ногу прям попали мы с первого раза. Следующий уровень. А, нам нужно его убить, чтобы он сел на кнопочку красненькую. На! Есть. Дальше. Так, а здесь как? А... Нет, он живой там остался, да? Нет, не получается. Значит, надо как-то, чтобы его щелкнула вот эта штука. Все, и теперь башню. Ну, теперь я понял, как. Можно было там с одного раза сделать, но я так и не догадался, как это сделать. Так, кнопка активирует ТНТ-шку. ТНТ-шка взрывает вот эту. Ага. Вот такое у нас, ребятушки, домино получилось. Домино. Так, следующих чуваков как убить? Вот этого я не знаю как, но этого я примерно представляю как. Отлетела от коробки деревянной пуля. Это что-то новенькое. Так, а теперь нам нужно, чтобы ТНТ-шка упала. Начинаем с нижних. Раз, два, три и последняя. Четыре. Падает и взрывается. Да, от собственного веса, ребята. И мы открываем Варвест. Варфест, Варфест. Так, это легко. Следующий уровень. О-о-о! Чуваки, сейчас вы упадете все, смотрите. Тыщ, 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 тыщ. О, с одного раза прям. Прикол. Так, а здесь просто нужно стреляем. Кнопка активизирует что-то. ТНТ-ху какую-нибудь. Да, появляется ТНТ. И теперь стреляем в ТНТ. Опа, готово. Бедолаги, бедолаги, взорвали мы их.
Так, следующий уровень у нас посложнее. Сейчас попробуем, получится так или нет. Нифига. Так, ладно, следующий. О, получилось, только не особо отодвинуло его. Все, последняя пуля у нас оставалась, и мы убили этого чувака. Так, следующий вариант. Просто стреляем, и что будет? А-а-а, на тебе, готов. Готово, ребята, 30 баксов опять получили. Так, а тут каждый сидит на своем ТНТ-хе, и надо, чтобы стрельнуть как-то, чтобы все взорвались. Попробуем. А, не получилось тогда? Ну ладно. Давайте переиграем. Как с одного выстрела их всех щелкнуть? А-а-а, понял я, понял. С одного, надо вот сюда, вот в уголочек стреляем. Блин, чуть-чуть не хватило, как так? Так, давай попробуем вот так. О, да, с первого раза. 20 баксов заработали всего лишь. Так, следующий, стреляем вот этого чувака. Ага, и теперь еще раз. Тыщ, и готово. О, ТНТ-шечка, смотри. ТНТ-шечка. На, взорвись. Готово, ребята, готово. Вот такая вот игрушка, ребята, будем на этом заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, передавайте приветы. Всем пока-пока.